определение слова «вали». Так как многие из вас знают, то есть у слова есть перевод, а есть определение. Так ведь? Допустим, арабское слово «ас-саля». Что такое «ас-саля»? Намаз или молитва. Так ведь? Это перевод. А что такое? Что такое молитва? Что такое намаз? Языковое значение шариатское. Да, как бы это языковое значение, да, мы говорили, это дуа. А вот именно определение его, то есть что значит он в шариате, шариатское значение этого слова. Намаз – это поклонение Всевышнему Аллаху Субханаху Ва Тааля посредством каких-либо слов или дел, которые начинаются с такбира, со слов Аллаху Акбар, и заканчиваются таслимом. Саламу ассаляму алейкум. Это шариатское значение слова, таково определение слова намаз. То есть слово ас-саля. То есть есть слово «саля», есть его перевод, есть его определение. Так вот, то, что слова «карама», слова «вали», то, что мы перевели как «чудо» или «приближенный», «угодник Всевышнему Аллаху», это перевод. А далее автор говорит определение этих слов. Говорит «тарифу аль-вали», определение слова «аль-вали». Он говорит «аль-валию индахум», то есть «вали» у них, у кого у них? У ахли сунна валь-джама'а, у ахли сунна валь-джама'а, инда салафиин. Считается кто? من فعل المأمورات الشرعية واجتنب ما جاءت الشريعة بالنهي عنه. Тот, кто выполняет то, чем обязал его шариат, и сторонится того, что запретил шариат, сторонится того, что запретил Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. قَالَ تَعَالَى عَنِ الْأَوْلِيَا, то есть сказал Всевышний Аллах относительно аулия, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا. В суре Юнус, 62-63 аяте, Аллах, описывая своих угодников, приближенных к нему людей, говорит: «Воистину это приближенные к Аллаху. Не познают они страха и не будут опечалены. Это те, которые уверовали и были богобоязнены». И поэтому автор говорит: «Фабиль имани ват таква такуну льваляя». И поэтому посредством имана и богобоязненности достигается вот эта степень валяя, приближенность ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. И поэтому, как говорил шейх ислам ибн Таймия, «Ман кана му'минан такиян, кана лиллахи валиян». Если человек будет верующим и богобоязненным, он будет у Всевышнего Аллаха угодником, он будет ко Всевышнему Аллаху приближенным, будет считаться вали. То есть любой, кто воплотит вот эти две вещи, первое это что? Иман. Второе это таква, богобоязненность. Такой человек считается вали. Для того, чтобы считаться вали, приближенным ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, нужно соответствовать двум условиям. Первое это аль-иман, второе это ат-таква. И нету из этих условий, допустим, большой чалмы длинной. Нету из этих условий, допустим, тюбетейки зеленой с белой волной такой. То есть это все не является условием уиляя. Это все не является условием того, чтобы человек был приближенным ко Всевышнему Аллаху. То, что сообщено нам в Коране и в Сунне, это два условия. Это иман и богобоязненность. Как сказал Всевышний Аллах, «Аллядина аману ва кану яттакун». И поэтому мы говорим, именно вот это является тем определением, которое дает нам Всевышний Аллах в Коране, тому, кто является угодником Аллаха. А не так, как об этом рассказывают некоторые шейхи, говорят, если ты сейчас направишься в какую-то местность или в какую-то деревню, в какой-то город, придешь и спросишь, кто в этом городе у вас является вали? Кто у вас вали в вашей деревне, в вашей местности? Непременно, говорят, тебе укажут на какую-то могилу из могил. То есть у людей перепутались определения. Они считают, что вали это обязательно какой-то похороненный, которому нужно принести жертву, которого нужно почитать, уважать и так далее, только у него просить и тому подобное. Поэтому некоторые шейхи говорят, то есть если спросишь у кого-то, кто у вас вали, кто является покровителем вашей деревни, кто вали у вас в городе, обязательно, говорит, он направит тебя на какую-то могилу. Однако правильное, то есть кто такой вали у ахли сунна валь джамаа, они отвечают словами Всевышнего Аллаха. Аллядина аману ва кану яттакун. Те, которые уверовали и были богобоязненными. Ман кана му'минан такиян, кана лиллахи валиян. Тот, кто был верующим и богобоязненным, тот будет у Всевышнего Аллаха угодником. Тот будет к нему приближенным. И так вот, если человек описал себя таким качеством, как валяя, а это близость ко Всевышнему Аллаху, то Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля осуществляет посредством него или через него какие-то караматы. Может посредством него осуществить, то есть создать в этом бытие какие-то караматы, какие-то чудеса.